здесь вот смотрите, здесь сразу мы видим по акту приема передачи, что было получено 2000 бюллетеней. После подсчета голосов становится ясно, городской парк культуры и отдыха лидирует с большим отрывом. Проект благоустройства этой площадки поддержали более 8000 жителей. Работы начнутся уже в ближайшее время. Там есть несколько ограничений, есть несколько минусов с точки зрения парковочных мест, с точки зрения площади, потому что она так немножко ниже, так сказать, по уровню, да, располагается. Речь идет об отводных вещах и так далее, и так далее. То есть там есть много технических вопросов, но они все решены. Я думаю, мы этот выбор обязательно уважим. Вот так выглядит центральный парк сейчас. Работы здесь, что называется, непочатый край. В прошлом году эту территорию начали облагораживать. Здесь освоили порядка 6 миллионов рублей. Большая часть этой суммы ушла на то, чтобы выкорчевать старые деревья. Когда-то здесь стояли детские аттракционы, сцена, палатки с мороженым, лавочки, фонтан. Эрна Константиновна говорит, с городским парком связано много теплых воспоминаний. Его возрождение, несомненно, дело нужное. Молодые мы сюда ходили на танцульки, посещали разные аттракционы. Но здесь и надо делать парк. Его уже начали же потихоньку делать. Надо уже заканчивать его, чтобы было хотя бы одно место в городе красивое для посещения как взрослых, так и детей. Здесь, как мы видим, у нас заасфальтированные пешеходные дорожки. Здесь у нас клумба цветочная. Здесь у нас высажены кустарники, деревья. Каким станет парк окончательно, решится в течение ближайшей недели. Планов много. Историческая аллея, несколько фотозон, беговая дорожка и, конечно же, зеленые насаждения. Все это идеи, которые сотрудники местной администрации хотят обсудить с жителями и воплотить самые интересные из них. Он еще тоже будет дорабатываться. Хотелось, чтобы в этом парке больше малых архитектурных форм. Я думаю, для жителей это тоже важно. Окончательный вид пока в проекте. Парк обретет до конца этого месяца, после чего начнутся торги среди подрядчиков. Готовый объект планируют создать до 10 сентября текущего года. Леонид Юрков и Вячеслав Морозов. Новости.